В горах Красной Поляны на высоте 1170 метров начинающие и уже действующие предприниматели собрались в лагере «Мой бизнес». Их ждали 3 дня семинаров и лекции от 20 приглашенных экспертов, лучших бизнес-тренеров, наставников и инвесторов. Например, этот мастер-класс посвящен ораторскому искусству. Евгения Буглакова утверждает, красноречие для успешного человека – это один из главных инструментов. Когда Михаила Фридмана, одного из богатейших людей России, спросили, какой главный навык для вас в построении такого успешного бизнеса, он сказал речь. В бизнес-лагерь в Сочи путем отбора попали 100 человек со всего Краснодарского края. Это и действующие предприниматели, и те, кто только мечтает открыть свое дело. В сентябре они написали тест. Нужно было за 15 минут ответить на 80 вопросов. Это задание на логику, на знания в области математики и лингвистики. Те, кто набрал больше всего баллов, теперь в Сочи в бесплатном бизнес-лагере. Интересен своей средой. Здесь студенты, бизнесмены, люди, которые только начинают, люди, которые уже давно в этом деле, делимся опытом, общаемся, находим новые знакомства, конечно. Цель лагеря «Мой бизнес» – помочь участникам открыть или развить свое дело, а также рассказать о мерах господдержки предпринимателей в нашем регионе. Я бы себя, наверное, не отнес уже к новым предпринимателям, так как уже больше 30 лет, но обучаться и развиваться я начал буквально чуть больше года назад, и это действительно очень полезно. Раньше не было такой возможности, не было таких платформ. То, что сейчас делает вот непосредственно бизнес, «Мой бизнес» – это очень крутой фундамент для достижения и развития дальнейших целей. Лагерь в Сочи – это одна из обучающих программ проекта по популяризации предпринимательства от Министерства экономики региона и Фонда развития бизнеса. В рамках проекта начинающие бизнесмены могут получить бесплатную поддержку, будь то маркетинговое исследование ниши и создание бизнес-плана, или помощь в финансовом планировании, или же создании и продвижении сайта. Это проходит в рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. Сейчас приоритет и для нашей региональной власти, и для администрации Краснодарского края. И поэтому, да, этот проект направлен на то, чтобы вовлекать в предпринимательство молодых начинающих людей и образовывать их в этом направлении. Как рассказывают в Краевом департаменте инвестиций, сегодня образовательные программы – одна из востребованных мер поддержки бизнеса. Нынешний лагерь стал первым подобным проектом в крае, но теперь точно будет проводиться регулярно, говорят организаторы. Следующий бизнес-лагерь планируют открыть уже летом. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.